думаю, что в первую минуту мы поймали свой кураж, нашли свою игру. У нас все полетело, мы поймали свою волну, но, наверное, раньше времени расслабились и как-то отпустили игру, перестали держать свою концентрацию до конца, и поэтому у нас пошел большой спад. Большому перерыву больше 10 очков чуть-чуть. Возможно, как-то чуть подрасслабились, а девчонки с Питера, наоборот, как бы не хотели отпускать, и за счет этого нам не получалось больше оторваться. Команда довольно-таки хорошая, она очень быстрая, очень агрессивная, и у них все как бы очень сплоченно и отточено все взаимодействия. Чуть-чуть не хватило, я думаю, что это будет у нас такой небольшим таким опытом, чтобы уметь бороться до конца, до последних минут, до последних секунд. Победа, конечно, всегда довольна, но ошибок много и есть над чем работать. Будем готовиться, работать и настраиваемся только на победу. Наверное, это один из самых интересных матчей, на которых я присутствовал. Действительно, сегодня была очень азартная игра, прям игра с огоньком. Девочки выкладывались, было много эмоций. И концовка валидольная. Девочки молодцы, победили достаточно сильного соперника. Теперь нашим баскетболисткам предстоит целых 4 игры на выезде. Конечно, хочется пожелать им удачи, победы, чтобы они вернулись с максимально успешным результатом.